более рейди. Че онлайн там в гильдии 37, да? Значит, есть кому стрим посмотреть. Go live. For life, CG for life. Это переводится как за жизнь, CG за жизнь. Ну че, блять, GTA San Andreas не играли? Да я это, я тоже посмеялся, но это закрыто. Надо смеяться в дис, чтобы, блядь, чтобы я слышал, что моя шутка оценена, блядь. Да не, я просто, ты пошутил, сам посмеялся, я с этого и посмеялся. Я понял, блядь. Я когда это на циркуле играл, там челик тоже РЛ шутит, типа, я такой, типа, смеюсь, ну, типа, знаешь, бывает иногда, ну, нормально, ну, средний так пошутит, посмеешься. Он говорит, а Войд говорит, ЕП, говорит, блять, ну за то, что посмеялся, типа, блять. Так что смотрите, блять. Это намеки. Так что, блять, позадорнее главное, блять. Но сука, это. Это самое главное, блять. Смотрите, ну не вайпайтесь нахуй, ну нахуй не, блять. Ебать, нихуя челик смеется-то, блядь. Заебал. Заразил, блядь. Зашла шути. У нас еще челик был такой, он постоянно под пивас играл. Трисия ник, как сейчас помню, блядь. Даже если где-то открыть 2017 года, когда мы играли в записи, блядь. Он там иногда говорит, блядь, ну челик вообще мировой. Это, белорус. Такой, блядь. К нему это другие белорусы ехали, короче, навстречу и вместе бухали. Один, короче, очкарик, ну дрищ. Ой, я, короче, как я прям Костан нажал почему-то на сокрушитель. Ладно, все, потом попиздим сейчас это. Трэш скоро уже выйдет. Хукмастер синтека забирает еще что, да. Кубы скоро. Так, готовимся, кубы. Нажимаем. Еще один квадрат, сука, быстрее на тапках, блять. Алло, хули стоите, сейчас вайп будет. Все, вайп. Так, поздравляем Мэтт Фокса, да? Ща, погоди, блин, братан. ГП, но. Блять, сейчас будут с каждого слова выйда смеяться. В натуре. Надо так и сделать. Надо так и делать. Как дела, Мэтт Фокс? Хуёво? Да ничего, нормально. Это Мэтт Фокс сказал, блядь. Нихуя себе. Это Мэтт Фокс сказал? Не, это не он был. Это кто-то наебал. Я тоже смотрю, блядь. Куб квадрат на те стоит, те похуй. Почему? Вот и тапок ни у кого нету, и всем похуй, да? Четыре челика кубы нажали, еще два додумались отпустить, блядь, когда челики туда побежали нажимать. И мы вайпнулись из-за этого. Повтори, или что, блядь? Смотри, а там никак в обычке, он не сразу тыкается. Пиздец, нахуй. Ты что тут, ну, никогда кубы не нажимал в гере, что ли? Объясняю для всех, блядь. Ну, для давай всех... я стану, давай для... я стану. Как ник? Или мне догадаться? Мид-дарк. Давай, мид-дарк на квадрат. Значит, объясняю для всех 25 людей на будущее, блять. Кубы в гере нажимаются после каста.
Босс сначала в портал в один из трех дает луч. Как только каст закончился, нажимаются 5 кубов. Если одновременно 5 лучей в босса попадают, он пишет красными буквами в чат: «Нет, только не снова». И только тогда, после этой фразы, можно отпускать кубы. Бичи, блядь. Это уже привычка, нахуй. Ну. Заходите, хули. 10 секунд рыба естся, нахуй. Заходите. Короче, я так думаю, надо какой-то доп. ЕП придумать. На этот инст, на вот эти три босса, Груль, Маги, Гер, 40 минут, нахуй. Можно, в принципе, побольше найти. Все готовы, это самое. 5, 4, 3, 2, 1. Крошка Войт к отцу пришел и спросила кроха, что такое хорошо, а что такое плохо. Вайпать рейд нехорошо, отвечал отец. Если танка не захилил, то тебе пиздец. Это в разработке. Это только начало, это только идея мне пришла, блядь. Хули, стихотворение гениальное на самом деле. Я на работе думал о нем, а у меня интернета там нету. Сука, так бы прочитал, я бы прям на работе бы нахуярил текст. Что-нибудь на тему ГП, рейдов, блядь, шемов, посохов и так далее. И когда есть карандаш, ручка? Да хули, я сам стих-то не помню, блядь, там важны вот эти вот ритмы. Ну, стих... Главное начало, остальное должно уже само. Начало я вот сейчас и сказал, по памяти чисто. Первые две строчки, блядь. Дальше рэп будет, рэп. Какой нахуй рэп, блядь? Был один рэпер. Раунд. Кто там у нас еще? Я рэперов. Рэперов не уважаю, блядь. Они бичи, блядь. Все кроме этого. Кто там нормальный? Там, тупак, да? Или кто там? Да, по сути, взять из них... Он активация 5 секунд. Может, один какой-то есть исполнитель. Баста? Да какой нахуй Баста, блядь? Трек дурка, нахуй. Был. Айминем. Ну, я так скажу, мне главное смысл, нахуй, Волос. Вот это вот читка. Ну, Айминем нормально зачитает. Ну и со смысловой нагрузкой. Давайте Геру. Ну, из Басты, из Нагана, я помню, 2008 альбома, блядь, значит... Ведь если я здесь, значит у меня не все дома. Раз я здесь, значит не все стопудово. А дома те, у кого все. Ну раз меня нет, значит и у них не все. Это надо слушать. Это надо слушать. Это из того альбома, где «Застрахуй» песня. Застрахуй, вать духу, застрахуй. Хуй. Застрахуй. Голды нет. Как-то. Что-то мама родная, но что нам, хулиганам, надо? Немерено бабок и еще столько же вдобавок. Мы против войны, мы за диалог. Но если ты лох, сиди ровно и не раздевай рот. Бля, хотя трек вышел, мне было 8 лет. Офигеть. Кубы. Ты, кстати, с боссом что-то понапутано немножко. Вот куб сейчас он Слышка. Докастует. Вот теперь нажимаем. Крестик, просил крестик. Все, выходите из кубов. Он сказал эту хуйню и все. А че он, кстати, так далеко шел? И почему сейчас синтека ударил? Потому что ты не стал. Забери у синтека, забери. Я забрал, с меня будешь забирать. Это, пошли к демонам. Демонов бьем. Весь рейд переключился в демонов. Их уже два. Должно быть пол хп сейчас у первого демона. Фулл АОЕ давайте. Не зыбку сдашь, рукмастер. Фулл АОЕ. Ты не забрал же у меня?
Сейчас синтек. Сейчас ты забираешь синтек с него. Ой, блядь, там я. Еще что-то диспелить надо, пацаны. Это прожмись, синтек, прожмись. Синтека сейчас захильте, я там в КД повешал. Я гейм сдал. Че, это откадешился? А, нет. Где-то он там в текстурах стоит. А уешьте быстрее вот этих двух мобов. И сбивайте им косты, выбирайте, у них все стрелы должны быть сбиты. И диспелите проклятие. Кубы скоро. Что-то мало по боссу. 30% всего снесли. А, я сейчас сдохну. Я сейчас сдохну. Нажимаем кубы. 5 кубов. Все, отпускайте. Сколько мастера кто забирает? Я? Да. Скелеты. Я там поменялось. Скелет объем. РДД переключились. Так, я забрал хукмастер грипп не сразу. А, вот он есть. Один есть. Милики, хуярьте. Так, готовься, синтек. Скелетов побольше. Свиста, это кто? Это кто сдох? Какой класс? Я сдох. Мага. Так, гриппанул, добейте милики. Синтека хоть мастера забиваешь. Это не метка упала? Не куб? А хуй знает. Нет, там вроде нету метки. Ну добейте его, сука, милики, алло, перед ебалом босса, жука этого, нахуй, скелета. Вы что, сука? Так, забрал. Ну еще походу портал был. Это кто упал, скажите мне? Вот. А, это вон я вижу маг какой-то, да? Да, я. Так, а кто с меня сейчас забирает? Синтек или кто? Синтек, да? Да, синтек. Пять скелет. Пять скелеты. Так, забирать. Все, отпускайте. Ну ресни синтек этого мага. Скелета грипну первого, вот сейчас этот черепок. Я... Готовьтесь, милики, фулл допом маг по нему. Оковы дал ему, фирки дайте по нему. Паладины там есть, вон рар. А, нет. Вивс покидай или рарник. Ну, если время есть. А, не, рарник далеко. Ну, вивс тогда ты покидай. Мага за фулл баф. Вот второй скелет, бейте, милики. Так, забрал. Посадит там кто-нибудь? Это по боссу больше надо переводить. Следующее это не надо уже порталы. Короче, дал не зыбку. Иннеры по хилам раздайте. Это на скелетов забили, на босса переводим все босса. Фулл ДПС. И готовимся отходить к луне, к решеточке. Вон скелет, блядь, зафирять его. Вивс, пофиряй. 0.5%, быстрее переводим. То есть синтека. Все, отходим. Добивайте скелета. Все в скелета. Че у вас с маной там? Хуета какая-то, да? Тотем уж проебан. Старайте забирать, чтобы босс не сдвигался. Куда вы? Понял, назад. Блядь. Давай на центр. Захильтесь. Сейф. Выйдите из лужи. Синтека. Никогда куда вот крылья дал ему. А я что-то не понимаю, что он не стал это светана. Выведи. Я с тебя. А, давай, я с тебя заберу. Ну давай ты. Я заберу. А. Что-то по мне хуйня какая-то, да? Чё по инерам? Вижу в КД только у злобного озарения. Остальные, как дела у вас, друиды? По никам вас называть? Мэдфокс, как дела? Керус, Синтек? Хилы сейчас просядут по мане, блять. Это раздал. Могу гимн дать, если кто-то так есть. Они печати взрывают, бичи. Гимн надо? Давай, похуй. Престов 3 штуки. Так, Кирус Синтек в КД вижу. Мэтт Фокс, как там у тебя дела? Будешь отдавать? По Эльнурио вон закинь, Иннер. Или ну тебе надо наводку на кого кидать? Ты видишь у него маны сколько? Мэтт Фокс.
Закидывай иннер. Не соли. Кто нас хилить будет, если у хилов маны нету? Вот сейчас у всех хилов нету маны. Это я после кого там забираю? Скажите, что уже, блядь. Все сухие. Вы печати взрываете, пока ДК как-то это... Давайте там, это, чё по гимнам там? Один отдал уже. Ну у тебя только Нурик остался гимн, я смотрю. Сколько престов у нас? 4 преста. Так что смотрите. Можешь сдавать гимн, там хилы сухие остальные. Не, он не в Дисе, наверное. А, вон у него КД, блядь, не увидел. Этот, помогайте подхиливать. Бондарчук, ну выйди с лужи, чё ты в луже стоишь? Правильно, так его. Это кто, новый какой-то челик? Какой еще Бондарчук? Не вижу. Мэрмор, да, мэр... Нормально хилился. Зато он понял. Я вот в луже стою, как бич. Никогда еще Штирлиц не был так близок к провалу, блядь. Чё-то какая-то параша с ДПС меня прям это напрягает. 8 тысяч, 9 тысяч, нахуй. Чё это за хуйня? Ну кидайте ролл на дракон. Дракона. Ты кто? Дракон в пальто, блядь. Плюс 2 к роллу тому, кто посмеется. Не поможет. Ну мифику поможет все равно. Мне не смешно шуток, мне больше смешно того, что, блядь, кто-то смеется, блядь. Так, ну хрюк получается, блядь. Хрюк, блядь. Спасибо. Так. Печать я пока брать не буду у меня, потому что это не надо. Так, кто же выиграет? Смотрим. Вы там нажимаете что-то, вот идет выбор хрюк, вивс, что у вас там идет выбор, я ж хуй знаю, что вам надо. Нажмете вы или нет. Так, хукмастер отдаю. 200, пошел. Давакин следующий. Пошел. Кстати, и 3 шмотки, и дракон. Вот это неплохо. У кого там активация включена? Не, у меня сейчас выключится. Так. Покемон. Параша, конечно, это шмотка, но на. Так, не могу отправить игроку покемонич. Кандидат не найден. Ну все, ГП, значит, бесплатно. Вы там, если вам шмот надо, смотрите с босса, что выпало. Чтобы я потом обмены вам не кидал. Вот. А то так не пойдет. Что стоим у входа, пацаны, побежали там. Кому ничего не надо. Будем еще раз это. Раз вы все ушли, придется вам ждать теперь. Игрок не найден, блядь. Короче, на бог послал на кого-то там сумку 20-слотовую. О, 2 зефири там, блядь. Это то, что нужно для танка. Хорош. Короче, это, на будущее, там вот с босса падает шмот, если вам нужная шмотка выпала, стойте возле босса. А, ясно, я не знал этого, сорян. А с жезлом что? Ну вот он у меня в сумке, эту всю парашу сейчас придется заново кидать на ролл и смотреть, кто выше по ИП уже в инсте, ясно, куда мы сейчас идем. А у всех есть ИП ГП? Дом. Нет, там дело не в ЕПГП, а в том, что челик, когда телепортнулся с инста, ему уже не отдать шмотку. Не, я в инсте был, нажимал, типа, нужен, но вверху инста. Ну, я, короче, закинулся и все. Там челик, который руки ролил, он улетел. Так что, смотрите, может быть такое, что шмотки и могут пропасть таким образом. У меня в сумке где-то. Так что, смотрите, вам же шмотки нужны. Ну давай, вот пока я лечу. Жезл, ну сейчас узнаем. Вот пока я лечу, вот эта хуйня еще раз
Поставьте плюс, кому надо, я посмотрю. Нарго. Что это такое? Не знаю, блядь, сейчас. Это Наргош Эгил Риганс. Вот, Риганс, Абриганс. Так, хорошо. Вот, в Рейн надо только. Блять, я лечу хуй пойми куда нахуй. Почему так сделано все? Хуёво. Видимость хуёвая. Так, злобный дру только. А ролил еще челик какой-то там. А, мы на ролке, да? Тоже ему этот... надо. Ну, я по ИП все равно. Я по ИП все равно смотрю. Просто какой-то кто-то еще там. Это вот два челика. Злобный и в рейд, да? 50... Вот только могу. 50 ты нажимал, да, по-моему? 50%. А в рейд это кто, блядь? Это не любящий ты? Это мага. Да. Знаешь, что мага? Вижу, блядь, что он синий. Ну, он не синий, голубой, ну ладно. Ебай. Синий у нас шаман и так там. Ну тыкните в эту хуйню. Пик. Бирюзовые, блядь. Так, на тебе эту хуйню. Канты бирюзовые. Подожди, нет, они какого цвета? Серо-буро-малиновые с продресью. В натуре. Стой, про повязки? А, забирай. Повязки, сори, я думал про палку. Какая палка? Ну вы что, сука, румынские разведчики, я же вон линканул. Тростниковые повязки, блядь, орочи, блядь, вроде один язык говорим на нем. Все, хай забирай злобный друль. Все, злобному тогда. Нахуя они те злобные, хуй пойми. У него они, не у меня, у, блядь. У тебя. Этого. Я отменил. А, ну ебаный покос, блядь. Я же вот говорил об этом, блядь. Да что за хуйня, забагалось что-то. Вот. За сколько, за 10 забираешь? Да, такой, блядь. На распыл забирает за 10. Шапка никому не нужна, латная, я так понял, да? Ну и это. Жезл, кто там? 100%, 100 гп. Смотрим приоритет. Ильнурио, Бродаунд. Ильнурио выше всех. Блять. Выше Ильнурио только этот. Кто он, блять? Это он. Этот жезл лучше из-за того, что там дырка. Камень вставляешь с полиролью и все, и пиздец. Так. Печать я раскидал, эту хуйню нарасы. Шапка точно не нужна никому, крит хаст, ладная, силовая. Все распыляю. Там, если что, косты надо сбивать. Че, серьезно? Да, серьезно. Что такое косты? Ты не верил, нет, не верил! Не верил, да. Что такое косты, блядь? Это когда? Вот ты еще скажешь играть по меткам? По меткам играем, сука. Ты что, блядь? Всем привет. Здорово. Здорово. Чё, как у вас стареет, нормально? Нормально. А ты микрофон себе новый купил? А кто это? Не, я с Бука. А то у тебя как того, это чуть другое. Who is this? Нурик, ну ты... Это Hello. Совсем другой голос, блядь. Нурик, ну ты и бич. 100 гп, блядь. Да Нурик пишет, этот, а нахуя? Ну, а кто там следующий? Я, блядь, сейчас, думаешь, помню. Пиздец ты гонишь, конечно. Что ты такое хочешь забрать? Как это дохуя? Обычная стоимость шмота в этом инсте. Шмот 100, печеньки 200, блядь. Что у тебя дохуя, блядь? Нурик, блядь. Не придумывай, блядь.
ХМ-ки. А, ну думай сам. Где там? Сгнило уже паза. Этот. Еще раз на жезл кто это? Блять. На жезл еще раз. Врей Мордаунт. Так. Врей. Свистофляга. Мордаунт надо тебе? А свистофляга выше, ебать. Эвест. Это совсем внизу. Вон, это свистофляги надо закинуть. Я себе. Челик просто счастлив. Наверное. Счастлив. Да. Такую шмотку залутал. Прыгаю до небес. А где он? Вместе. Подбеги сюда, это. А, вот он. Ты выиграл. Поздравляю. Вставляй туда шмотку, это. Печать, блять, как камень с полиролью. Mm-hmm. Так, ну Хукмастер, ты, наверное, почилишь на Олме. Ты уже на нем чилил, по-моему. Так. Шкаф поставьте, пацаны, там банстиллер. Я на крош. Так, ну ты на кроше. Синтек на двоих, я на луне. Получается. Олме табак пускает, да? Да, да, лок. Которому там надо этот, помнишь, прожимать и стаки. Да, стаки скидывать, да. Антимагическим панцирем. Так, ну синтек, ты знаешь, да? Где там твой, да, столбик? Ну, по крайней там мере. Можно даже метку не ставить. Ну да, ну уже я поставил. Мордаун, ты зайдешь, нет? Куда он делся? Зорд, ну ты молодец. Я охуеваю. А что такое у тебя случилось? Пиздец. А где Мордаунт? Скажи, захожу, что-то у меня интернет брахлит. А-а-а. Кто еще в хил аспектнется? Или кто-то, может, на замене есть? В 10-30 человек. Есть кто? Хил. Есть 30 какой-то. А что, 5 не пройдем? А кто пятый у нас? 4 же хила. Я... Ну ладно. Я могу зайти, но там уже у вас есть ДЦ. Да тут нахуй... Ну, блядь, тут вон три приста, не, ну я. Ну, я вижу. Два из них холика, один ДЦ. Да похуй, заходи, поебать. Ну, типа, так лучше будет. Будешь вторым ДЦ. Пойдем. Какая проблема, блядь? Все равно он в одного, ну, не засчитует, все равно 25. Это в Т5, только в двух кусках там. ГКД полсекунды будет. Давай, заходи, хули, повеселимся, ебать. Если веселиться, то на полную катушку. Вот вы знали, что Арта. Ой, блядь. Этот Андуин, короче, прист. По лору. А потом он станет паладином. Вот. Вас та же участь ждет. Слушай, это жестко. Нет. Здорово, гея. Спасибо. Спойлер, он не станет паладином. Но спойлер. Блять, он прист, но он ходит в латах, как бы. Он в латах не ходит. Единственное, в чем он был спойлер, только в том, что он взял меч, двуручку. Типа, в принципе, он взял меч, хотя не должен был брать. В синематиках и в шутках тоже как-то, нет, блядь, в синематике он только взял меч, из-за этого только все забомбили, потому что присты мечи не носят. А что-то не вкурил, Керуса взяли в гильдию, это тот, который был в шляпе, да? Или его не взяли? Не хоть с гильдии. А? Керус, я не знаю. Ну, а что его кикать, что он хуёвый, да? Или это другой челик? Я знаю, что нормально. А, если он со шляпы. Окей. Че там нахуй? Ну-ка, расскажите эти. То они за Сибирь там переманили кого-то. Кстати, вопрос такой небольшой. А у нас Хпалю был, паладин был. Это кто? Это не люблю. Это мой. Это в Рэй вот паладин. Этот. Бич. А, все понял. Все, давайте без воды, короче. Там ребята. Рче. Вот рыба. Пуга, блядь. Короче, это на пули там никто не бьет, только два ханта будут напуливать того босса, который откроется. А, кстати, Войт, что я хотел спросить, у тебя заявка у тебя была, да, прям старая, месяца два назад в Засибирь-то была. В чем фишка-то была, что-то я так и не понял. Заявка в Засибирь?
Ну да, я это видел, я. Ну это, наверное, когда я гильдию еще не собрал, я хотел поиграть по сибирскому времени, вот и все. Понятно. Ну в итоге сам собрал гильдию. Ой, твой, а может мы синтека хила спекнем, а у злобного есть танк, если я не ошибаюсь? Блять, я не знаю, какой у него там. Не. Он же вроде в прошлый раз танчил здесь, нет? Это, можно метку снять? У Керуса есть, нахуй. А кто, кого тогда? А, да, давай, Эльдурио в ШП. Не, можно Веста в ШП, чтобы точно хила хватило. Он там даст свои 5к ДПС, он думал, хватит. Веста? Да нахуй да, этот? Да. Нахуй ну, мне 5, сколько? Если у меня есть 25, блядь. Ну смотри, что мы про хилу не просили. Этот, Керус. Ну просто там у нас будет 2 ДЦ, то есть я... Да поебать, на... А кто ну, я, блядь? Я... Короче, я охуенно рад вас послушать, блядь. Ну может быть я пиздану что-нибудь, блядь. И мы уже начнем. Ну, Эльнурио в ШП, блядь. Синтек в хила, блядь. И Керус в танка. Потанчишь двоих. Вон, который король и кеглер. Звезда, треугольник. Вот так получше будет. А эти 5 камней нахуй не нужны. Вот лучше 25. У Эльнурио, блядь. Который чилит там на расслабоне, блядь. В хойпресте, блядь. Нихуя не делает. Но он еще не спекнулся. На груле в хиле. А нахуя тебе это? Че ты подамажить не хочешь? Кого я спекать я буду? На груле я могу. Ладно, блядь. Все, блядь. Вообще, блядь, оф, на микрофон. Будете сами проходить, нахуй, все это, блядь. Ой, наконец-то. Так, синтег, блядь, давай травму, чтоб не подвела, блядь. Эльнурио пожрал, а он жрет еще. Я забыл, кого я танчу нахуй. А, луну, я понял. Проверку, да? Так, рарник. Все готовы, дает счет. 5, 4, 3, 2, 1. Так, кто там? Лок открылся. Давайте Геру сразу, я пару собак заберу. Косноязычие есть, да? Косноязычие обязательно в локи закиньте. Сейчас еще одну собаку заберу. Там забери тоже, кто крестик. Этот рарник, одну точечно, только не массово. Проклятие, диспельте нахуй на мне. Это, алло, маги нахуй, пидоры. Диспельте проклятие, где прохил по рейду, блять? Синтек, сука, травма, что, не работает? Да я диспелю нахуй, а ты что, блять, хиль тоже нахуй. Там 4 мага, нахуй. Пиздец, нахуй. Да еще и каст проебал, нахуй. Вот на мне. Вот, диспельте, сука, чтоб стаков не было. Но мне 2 стака было, блять. Я сейчас посмотрю, кто не диспелил, нахуй. Я въебу ГП вам, сука. Ну, тем более диспелить надо. Не дай бог кто-то с вас не диспелил, нахуй. Друиды и маги, нахуй. Один хил синтек, нахуй, он может диспелить. Ему надо хилить. А не диспелить вместо вас. Четверых. Киглера. Так. Не бейте Олма. Все, он потом откроется, уже добьем его. Сейчас я, нахуй, открываю. Вот сбил касс, сейчас я посмотрю рассеивание, нахуй. Злобный молодец, Бенстиллер молодец, Покемонич тоже, Синтек диспейл. Вот в Рей нахуй. 3 диспейла нахуй. Вот ты мне, братан, объясни, какого хуя 3 диспейла у тебя? Когда я пиздеть начал уже, успел сдиспейлить, блядь. Мэтт Фокс хуй забил. Свистопляска настолько хуй забил, что сам сдох нахуй. Да. Ну я не знал. Да, я просто привык... знаю, я скажу. Я привык, что на присте диспелить не надо. Ну, проклятие. И сижу, чилю. Потом вспоминаю, что маги тоже диспелят. Крош. Это бомбы огненные выносите. Дистант, короче. Найдите. Короче, вам повезло, нахуй. Я вам ГП хотел въебать, ладно. Не дай бог, еще ты такая хуйня. Я ваши ники запомнил, блядь. Врей, свистофляга, нахуй, и Мэтт Фокс, нахуй. Диспелить здесь проклятие обязательно. Чем быстрее диспелите, тем быстрее освободите хилов. И дамажить, тем быстрее начнете. Заебете смеяться потом, короче, чтобы ИП получить.
Натуре, там собак заливайте, хули они там, блядь, сколько? Там они копятся или что у вас там за хуйня? Хули вы стоите просто так, блядь, в небо смотрите? Пускай будут. Так а нахуй они нужны, блядь, хукмастера напрягать только. Амаргидон рванет и все. Так, это прохиливайте. Вот смотри, нихуя. Прохиливайте хорошенько, нахуй, ну что-то, блядь. Не сейва, нихуя, вон там дал кто-то эту. Олм открылся, добивайте его. Ну стаунти, да, блядь, рарник нахуй. Все, он будет там стоять. Заняли. Так потому что сразу надо тебе таунт нажимать, а не ждать, пока он уйдет. Он только отвернулся, как закрывается, вот эта минута проходит, ты сразу должен таунт нажать, чтобы он возле тебя остался. Сейчас он будет ходить только когда откроется. Так что жди теперь. И когда откроется, это отведи его. Это вроде бы танчат, а опыта, блядь. Или не запоминаете нюансов никаких. Пока а сами... Хуярят его, блядь, покемоны. Я нархопалу дайте. Там не в этом дело, там баг. Там не дело не в том, что он хуярит. Покемон хуярит, естественно. Да не хуярит он. Как не хуярит? Да, смотри, больше меня агрона бьет. Это баг, блядь, ну, сагро. Это баг такой. Да там... он стрелы туда пускал свои, блин. Я что, не вижу, аркан маг хуярит стрелы. Так еще подожди, не ори на него, это скорее всего мои стрелы полетели случайно. Ну или без разницы. Блять, я Аркана талант на 40% агро генерации уменьшения же. Там дело не в том, не в процентах. Дело в том, что даже дотка, если висит какая-то, и она это попадается на момент, когда босс, с босса спадает, баф вот этот минутный, и он закрывается. Ну, какой-то баг происходит, и он идет на того челика, чей урон по нему проходит, даже если от дотки. Не обязательно что-то прямое кастовать. Аркана нету доток. Ну, блять, вот как бы, я не знаю. Там, ну... Это мальдаун, Тейнер. Да я тебе дал уже. Спасибо. У вас есть еще 4 гимна на ману, даже 5, 5 престолов вредения. Если что, можно по очереди. Вот ИВС сдал. Сейчас немножко порезается у вас. Вот луна открылась, луну бейте. Сейчас надо наскрепсти мелизону, чтобы, блядь, 10 челиков ловили удар. Каким-то образом, блядь. Интересно, блядь. Ну, добивайте. Короче, надо это... Блять, я где-то рекаунт когда-то видел. Там был абсорб, короче. Вот у меня сейчас рекаунт, получается, он... Строчка поглощения есть, но в ней нихуя нет. Вот это есть как-то пофиксить вот эту хуйню? Чтобы абсорб... На сервисе был именно это. Для рекаунта дополнение. Что там... Mm-hmm. Вот это показывается. Можешь поискать. Ну там... Ну там... Там волонеры пишут вообще он. Хотя, я не знаю, я рекаунтом не пользуюсь. У меня тут просто появляется новая строка, называется абсорбированная. И тут весь абсорб просто весь. Было бы интересно. Я вот думаю, ставить что-то другое или нет. Даже не знаю, боюсь поменять. Привык как-то к этому рекаунту и банам. В принципе, мне абсорб похуй. Абсорб это интересно, вот когда... Ну, он, в принципе, всегда у кого-то есть в рейде. Интересно, когда этот... Волонир там посмотреть. Ну, хапала Т4 ты не видишь. Типа ДЦшников, ты вообще не понимаешь, кто из них кто.
Ну, Details самый удобный. Да, Details очень удобный. Нет, сейчас просто потому что 2 DC, поэтому Геншин просел внизу. Под хэпалом. Я не знаю, что вы, ну, кто придумал, какой даун придумал, что два, ну, дабл хилы это хуёво, это заебись. Вот взять все да 5 хилов, не, это... просто я бы с любым другим ДЦшником хорошо бы сидел, но у него щиты слабые, то есть. И он, если он дает щит на кого-то, он вешает КД, ему и щит. Типа, не, в этом плане, да, тут есть как бы нюанс, да, такой. Щиты, поэтому я не хотел бы с ним. Да, да, в этом плане есть нюанс, конечно, но когда ДЦшники примерно равны, то тут нихуя плохого нет. И, ну, там, если незначительная какая-то разница есть, то ничего страшного. Просто в самом плане, что сама механика абсорба, она очень уникальная и очень охуенная. То есть, вот на боссе, где интенсив большой, где постоянно прям просаживаешься... Я говорю, я не против с ней люблю щиты, например. ДЦ-шить, там, сбить. А у этого, у Веста слабая, да? Ну, у него СПД-хи мало. Просто вот, и все. То есть он просто, ну, он руинит мне игру, и все. Ну, я же объяснял, как с таким сетапом играть. Вот когда ДЦ-шник слабый есть, да, ему же все равно надо что-то делать. Ему надо давать цели латные, чтобы он считывал латников, потому что латники, они как бы и сами пожирнее, вот, и у них, ну, по ним захил пройдет. Вот. А ДСшнику, который сильный, ему надо считывать хилов и этих тряпок. Вот. Ну, я, по крайней мере, так думаю. Но, ну, есть вариант либо об этом договариваться, либо надо это изначально знать всегда, то есть, по-другому, потому что непрофитно. То есть, непрофитно ему кидать щиты на хилов, а тебе кидать на латников. Ну, то есть, латники, они и так, сука, живучие, блядь. А хилы и тряпки, вот эти маги всякие, они самые... Собака в рейде. Уязвимые. Собак нет у нас. Вон дикие охотники. Да я про... Я про другое, блядь. А! Это бывает, говорят, ты чё, пёс? А этот же есть пёс в Игре Престолов. Сандер Крилл. Блядь, там этот есть, как он? Момент. Гора, это другой. А этот пёс. Там был момент, короче, когда... Они на озере-то собрались, блядь, и там их окружили эти, ну, озеро не замерзло, ходоки, тимуртвяки их окружили, короче, и этот пес берет камешек, кидает нахуй, в ебло попадает скелетов и такой приговаривает, на, сука, говорит, потом хуяк берет еще кидает, а камень не долетает, и уже видно по льду хуярит и такой скользит. И скелет такой хуяк без челюсти такой смотрит на камень такой хуяк на него и тот такой блять угарный момент пиздец это надо видеть блять причем там озвучки разные еще были в тот момент когда эта серия выходила нет по-моему это не гоблин нет там типа Lost Film был и еще кто-то какие-то другие которые или кубики или что-то такое что быстро озвучивают не пульте пока сейчас я 4 шмотки раскидаю эти. Так, следующий Invisible Sun. 200. Следующий. Эльнурию тебе надо, нет? Так, головешку бы. Хорошо. Так, значит, покемонич. Ша этот. Плащ. Интек сову. Сейчас посмотрим. Я пока это не открыл речь, сейчас посмотрим. Ну я в миле могу стоять. И точно не заслакую. Ты знаю. Шапку говоришь, да? Крипток. И пуха. Я когда-то с такой танчил, блядь. Всегда Мишка и ДК проходят через эту пуху. Так. Invisible Sun. Точно тебе это надо? Дальше там злобный Мэтфокс. Ладно, на похуй. Ой. Минус 484. Все, погнали.
пока будем резать, я там пораскидаю пати. Ну это хуевая пати у нас, что это... Руки сейчас на РДДшников повешаются все. Ну тут и подыхаем. Такс. Так, злобного туда. Вот Фокса туда. И все нахуй, нету вариантов больше. Разве что синтек нахуй. Давай, допустим, синтек в танке. Руки будем закрывать. Че там, Бен Стиллер, блять. Вы это... Вот зачем вот это растягивание делать? Что, нельзя встать вот тут вот поближе сдохнуть? Они же мобы бегают, это же время. Трясайте лока. Пристану, убери этот, как его, диван. Так он умрет. Да, диван, меня убери. Просто ёбнут, меч ёбнут. Я, блядь, меня за диване или в самом удобном месте? Ты но... умирай, все равно умирать. Со мной, да. Иди умри, зачем? Все. Сейчас суману, здесь шкаф есть. Вот все, паладин. Ну только что так, синтек, тебе командовать придется закрытием рук, нахуй. Вот тебе ассист. Ну, соболезную. Если руки не закроют, то ГП, блять. Лок, ГП. Лок сними. Ну, я не знаю, хочешь тебе. Че лок? У тебя диван. У меня диван, шкаф стоит. Это ладно, тогда это присумуните меня, я слетаю за камнем. Чтобы спрятаться. Да. Так. Ну получается пати 4 престов у нас хилит. Ты в кота, да. Первая, вторая пати, вы все в ДД, кроме меня. И вы стоите под ебалом. Ты пуху хочешь собирать, мистер? Нет, я вообще посмотреть, как она будет. Как тебя называть теперь? Мурхик, блять? Мифик. Мифик. Так, короче, я отвечаю вчера, ну часа полтора думал, как, ну и то это так, ну можно так, а можно по-другому. Через TH пишется. Ну да, а бля, оно занято. Ну можно и так. Оно и так можно. Ну так оно... Почему нельзя было оставить ник? Писать, что оно мифик читается. А если так писать, то оно мафик читается. Ну блин, все что и знают, правильно? Можно что-то не договорить. Это... Значит... Я рыбу ставил? Нет, что-то не помню. Вот что-то стоит где-то. Нет. Он у нас стоит. Да. Рарника засуманьте, пацаны. Я там напомню. Важно критически закрыть руки. Маги вас четверо, ханты вас двое. Смотрим в 5 глаз. Значит, под ногами конкретно. У босса 2 ноги, левая, правая. Значит, у правой ноги будет появляться рука иногда. Там будут стоять конкретно Белфаст и конкретно Миддарк. Вы там стоите, прям ближе к боссу стоите. Так, кто там еще? Ну, в принципе, вы двое там, не знаю. И там хилы есть, еще подстрахуют. Только смотрите, хилы с хрупкостью не заходите, чтобы не падали. Ну и это. Исповеди Войда там не забывайте на сокрушительном. И этот, Эвест тут? В этот мне надо будет, получается, около вас, в миле, что ли? Кто это? Миддарк. Вот это... За спиной босса. Ну прям около вас там. Кстати. Блять, ну вот чем ты слушаешь? Вот там, где мы стоим, там лицо босса, там его передние руки. Ты стоишь сзади, где хвост. За красным кружком. Под правой ногой босса иногда будет появляться рука. Тебе надо это заметить вместе с Белфастом. Понятно? Все, вот.
Самое главное, смотрите, этот самый... Сука, сбил меня. Чё я хотел-то? Ай, блядь. Так, руки. Я забыл, нахуй, что хотел сказать. Пиздец. Если забыл, значит, забей. Ох, чек на... Забыл. Нихуя, не, не. Первая, вторая пати, подходите сюда. С, Эвест. А, да. Да, Эвест, первую, вторую пати не трогаешь, понял? Не трогаешь. Это другое, ну это другой случай. Здесь потому, что они будут лутать ошеломляющий удар. Твои щиты слабые. Пускай этим занимается Геншин. Вот, ты щитуй кого угодно, только первую, вторую пати не трогай. Понял, Эвест? Как слышно? Все, это самое, даю отчет. 10, нормально. Синтек, говори, там руки есть, и чё? Магия, у вас блинки есть, смотрите по сторонам, блядь. Глыбы юзайте, вы первые на руки. Почему 24, я не могу понять. Керус, ты вот под ебалом стоишь, и ты словил эту хуйню. Ты вообще добежал сейчас до лица? Не лови эту хуйню. Муки справа. Не лови никогда эту хуйню. А то будет момент, не успеешь забежать, когда ошеломляющий, и пизда будет. А этот дебаф что снимает? Боб снимает или что? Вот именно, который бегать не дает. Ничего не снимает. Бабл. Так, сейчас последний удар, значит, стоим. Вот после этого удара уходите за спину. Все, идите за спину. Наш Геру. Ну, вообще надо было. Давно. Все, возвращайтесь под ебал. Вхожу в бар на автопилоте и оглядываю сразу весь бар. Я вижу все черные лица. Я дерьма не потерплю. Никакого нет кого. А в кармане у меня крэк. Вот дерьмо, твою мать. Я увидел тебя у стойки бара и не поверил своим глазам. Я подошел к тебе ближе и увидел твои колени. Колени были все в грязи. Я понял, что ты на них уже стояла. А в кармане у меня крэк. Вот дерьмо, твою мать. Браво. Какой еще концерт? Можно устроить. Так, что-то печка скоро будет. С 20 на 30 стак. Что-то мне кажется, или босс как-то по-уебищному, блять. Сейчас я этого пидора выровняю, наверное. Если успею. Так. Что, после этого уходим? Да, после этого уходите. Так, готовьтесь, уходите. Так, готовь зубы по войду. А хотя не надо.
Все, возвращайтесь, возвращайтесь, возвращайтесь. Успели? Почему-то 60, кстати. 60 это хуево. Это означает, следующая печка, надо будет уходить вам. Опять. И это, зубы есть или крылья, что-то есть? Есть, есть зубы. А, хорошо, надо будет. Вот сейчас, уходите за спину, сейчас готовь. Сейчас печка, уходите за спину, сейчас будет по мне. А куда вы, рано дали, блять, алло? Оно же скинется нахуй. У меня еще есть зубы. Да, давай сейчас. Вот давайте, все сывые. Так, адские еще. Все, теперь возвращайтесь, нормально. Вот. Рано, не давайте так крылья, кто там дал, блять. Надо именно на вот этот удар давать, потому что я один стою на нем. Сука, откидывает, блядь. И все, в принципе, добьем. Так, ТТГшка у нас осталась. Потом я бы в конце сходил ТТГшечки и десяточки. Если еще есть те, кто не закрыли. Типа ИВК-10? ТТГ. Тюрьма Толгорода. Там, где чарки падают. Пиздец, не ставь меня больше. Че? Не нравится руки закрывать? На руки, не знаю. Вообще не нравится. Ну, типа, ничего сложного, но это ожидание, оно угнетает. Ожидание смерти подобно, говорят. Да, да, блядь. На какой спек там печеньку берешь? Пятки. На хила? Или на сову? Ну да, у меня есть крудак. Так, хукмастер. Так, гранатовый пояс. Пояс из гранат. Поставьте шкаф, ребят. Там. А я уже улетел. Ой, блядь, какой нахуй шкаф? Стоит портал Долоран. Он ждет вас. Опа, кружка нахуй. А на ДК кружка пойдет? Только разве что на ФДК. Да. Ну тут получается ролит кто? Крипток ролит? На руку на норм, да. Invisible. Invisible, у тебя спек есть? Может нахуй? Ты уверен, что ты, что ты заберешь уроги? Нет, ты сам подумай просто. Ты в нем играешь, сейчас ты в чем? Ты в АДК сейчас играешь? То, что... Просто смотри. А что там, коты не ролят, что ли? Коты ее вроде просто не носят. Коты, я не знаю, но, во-первых, тут котов нету. А это... Почему нет-то? Она на РПБ плюс... Урон, ну да, и... она такая себе на кота. Да, она проходная. Короче, роги закинул. Ну вот. Чисто статы подбить, а роговые будет... Топор пить. Надо кому-то. Там другой раз Invisible, если, ну, если по фану собираешь. Че там вы ржете? The Hundred пишет, да, пошел я нахер. Кстати, Хантам она тоже зайдет. А, точно, я забыл про Керуса, что он кот. Я просто давно не видел его, блядь. Ну это не надо никому, этот топор ебаный. Будешь Хант топор забирать? А, уже никого нет. Конечно, да. Все, уже спизжено. Это, все, значит, что там, уковечности, да? Нет. Сову? Сейчас посмотрим, блядь, летите в ТТГ. Полетели. Давайте лок сразу сюда присуманим. Сейчас я вам стишок найду, блять.